Hey, what's up, YouTube? Вторая серия Assassin's Creed Revelation. Откидывайте к спинке кресел. Вот у нас 2000 человек уже откинуло. Что было там? Кресло, стулья, не знаю, кто на чем сидит. Чай, кофе, потанцуем, водка, пиво полежим. И не забывай поставить лайк и прожать колокольчик. И ссылочка на плейлист, как всегда, будет внизу в описании. Приятного просмотра. Мы начинаем вторая серия. Поехали. Ты в аэропорту? Да, мы наняли чартер. Ты с нами? Да. Скоро подъеду. Ладно. Ее уже похоронили. Я слышала. Маленькое тихое кладбище в пригороде Рима. Ах, черт, как же быстро все произошло. Дезмонд все в отключке? Да, активность мозга высока, но при отключенных системах мониторинга мы ничего не запишем. Ладно. Держи меня в курсе. До встречи. Голоса пробиваются. Голоса — это хорошо. Вы давайте меня это из отключки выводите. Надеюсь, выведут. Страшно, очень страшно. А, это я прям шаг не сделал, прикинь. Дорогая сестричка, на Массиаф напала целая орда тамплиеров. Я знаю, что им нужно. Они ищут секреты библиотеки Альтаира, которые, как им кажется, приведут их к некому великому храму. С бородой, да, уже. Не знаю, правда ли это, но я знаю, что библиотека существует. Я сам видел ее двери. Но войти туда нельзя. Нужно 5 ключей, которые больше 300 лет назад были отправлены в Константинополь с Никола Поло. Я должен найти их, Клаудия. Один из них уже у тамплиеров. Я не знаю, насколько трудно будет разыскать остальные. Вам никого время ну так не напоминает? Покажет. В профиль, да. Фас нет, а вот в профиль. Стамбул – город, где каждому найдется место. И ученикам вроде меня, и странникам, как ты. Блин, я не могу. Меня просто меня ждет вот куча работы. Прям мурашки, но я, блядь, рад каждый раз домой. Не понимаю, почему. Работа? У меня в твоем возрасте были совсем другие интересы. Это как если бы я сейчас в метро зашел. Ну и ну. Странно, что ты хоть что-то успевал. И мама удивлялась. Приятно было поговорить с тобой, Бейфенди. Надеюсь, ты не соскучишься в нашем городе. И я надеюсь. Сударыня, позволите?
Грация, юноша. Ты ученый, джентльмен. Ты полон сюрпризов. Да ладно тебе. Exig all mine. Да ну я влез локтя. Эшкере! Тобой-то я и ждал встречи, почтенный мастер-наставник. Эцио аудиторе де ла-ла-ла. Прего. Извини, я так и не запомнил эту итальянскую билиберду. Да, Фиренце. Город, где я родился. Да. Значит, по вашему обычаю я зовусь Юсуф Тазим да Истамбул. Неплохо. Стамбул? Еще одно название города? Эвет. И самое расхожее. Идем, наставник де Фиренце. Я покажу тебе город. Пойдем. Мастер-ассасин Юсуф, давайте его просто Юсуф, да, называть, тепло встретил вас по прибытии в Константинополь и хочет показать вам город. Познакомьтесь с ним получше и осмотрите город. Не отходите далеко от Юсуфа. Это район Галата. Много веков он был пристанищем всякого сброда со всего света. Более разношерстного района в городе не найти. Я прошу прощения за... Вот паузу. Вы знаете, я играю в игры уже, я не знаю сколько, наверное, 20-25 лет всегда в них играл и, наверное, буду играть. Вы знаете, есть такой тип игр, вот которые ты играешь и... Игра настолько сделана с любовью, что несмотря на графику, несмотря на год ее, она звуками, вот движениями, всем, что происходит вокруг меня, она настолько вот ты погружаешься туда, насколько это возможно. Знаете, таких игр на самом деле единицы, вот просто единицы. И... Безумно приятно и спасибо огромное вам, зрителям, за то, что вы попросили. Лёха, начни с самого начала Ассасин проходить. Честно, я подумал, что никому это не будет интересно, но огромный реально респект, что вот так поддерживаете эту серию игр. И мне так кажется, что сразу же после этой я продолжу проходить Ассасина, потому что, ну, я не могу. Я прохожу, вторую серию я записываю, у меня до дрожи просто пробивает, потому что, ну, это... Это очень крутая игра. Это насколько это возможно. Продолжаем. Думаю, ассасины обосновались именно здесь. Хотелось бы взглянуть. Кесенликна? Братство будет счастливо видеть того, кто покончил с самими Борджи. О, что, уже весь город знает, что я здесь? Ребята, ну, веселые. Ваша война с тамплиерами не осталась незамеченной. Поначалу я вообще не помышлял о насилии. Я искал мудрости и знаний из библиотеки Альтаира. Не предполагаешь, что на 300 лет как закрыто? Нет, такое я предвидел. Но не ожидал, что ее охраняют тамплиеры. Неудачно, да? А 5 лет назад у них тут почти не было влияния, так? Жалкая кучка с мечтами о реставрации византийского трона. Но с каждым днем их становится все больше. Время султана Баязида уже на исходе. Они точно что-то устроят. А что, у султана нет наследника? Не один. Целых 2 сына. И они терпеть друг друга не могут. Все как водится. Классика. Стоит султану кашлянуть, принцы тут же хватаются за сам. Тамплиеры и атаманы, наверное, не дают вам скучать. Эцио, мне даже некогда почистить саблю. Ой-ой-ой. Не.
Жилая засада. Сюда. Не дайте ему уйти. Поехали. Надо это... И быстро. На помощь. Эдсон, гляди. Подкрепление. Нет, нет. Гляди. Византия мертва. Весь город вышел. Хорош. Тебя, Эдсон. Сперва регенты, теперь крыс. Атаманские солдаты люто ненавидят византийцев. И тебе это помогает продохнуть. Серьезно? Ну, вроде бы. Тебя убьют, если ты косо взглянешь на них. Но потом будут жалеть. Как мило. Да нет, все не так плохо. Лол. Впервые за долгое время ассасины стали силой в городе. Раньше было не так. При византийском императоре за нами охотились и убивали на месте. Увидел, увидел, ребят. Почти пришли. Сюда. Вот и штаб. Неприметная с виду дверка. Наставник, поприветствуй свою семью. Салют и авой, ассасини. Отрадно встретить столько друзей вдали от дома. Видите, братья? Наставник даже не стесняется быть сентиментальным. Не бойся, у меня это не войдет в привычку. По пути сюда на нас Сетсио напали. Я хочу, чтобы вы прочесали весь район. Хэбен! Пошло да, добро. Да, Эцио, твое оружие и доспехи в плачевном состоянии. Раздобудь деньжат и подлатай все, на что хватит. Тут поблизости есть кузнец, он свой. Буона идея. Кузнец свой. Так. Снаряжение Эцио находится не в лучшем состоянии. Обойдите квартал Галаты и обновите экипировку. Это мы можем. Ну что ж, неплохое, кстати, пристанище, я скажу, у ассасинов. В городе можно найти сундуки, но это понятно. А сундуки... отмечено, я так понял, желтенькими такими точечками на карте. Кстати, насчет карты пока не вижу. Поехали. Различные события, гражданам нужна помощь, могут предложить вам награду. Давайте посмотрим, сколько нужно денег. Кстати, может быть, у меня и хватит. Лучший мы насобирали. Товар и цена под стать. Таким. Мое почтение. А, я так понимаю, наверное, ремонт, да, нужен? Ремонт не нужен, именно доспехи. А, на плечи 343 азапа, да, вроде правильно. Да, давайте купим. Меня лучше. Критерий качества всегда золото. Много, много золота. Не зря лутали. А, господа. Мое почтение. Хвала небесам. Мы боялись, что вас увлекли пороки большого города. Мне хватает своих пороков, грация. Так что тебя тревожит, Эцио? Расскажи мне о тамплиерах. Ты зовешь их византийцами, но Византийская империя пала много лет назад. Эти люди
верные последователи последнего императора, Константина XI. Кто их возглавляет сейчас, я не знаю. Кто-то их должен возглавлять 100%. Видно, это придется выяснить мне. Не могут они так разрозненно. А где твой нож-крюк? Нож-крюк? Ты не видел таких? Я с ними не расстаюсь. Такой, типа, дай-ка сюда, братанчик. Покажи его в деле. А следуйте за Юсуфом, чтобы научиться пользоваться какой-то ножкой. Поехали. Поехали. Братанчик, я так тоже умею. Крюк-нож должен стать продолжением твоей руки, Эдсон. А, ух, ни хрена себе. Shift, короче, прыгаешь и на углу shift. Понял? Сюда! Поехали. Но это динамики даст просто колоссальные. Не получится. Даже не вспотел. Не шутя. Скорее побежим. Какие движения. Бонжорно. Иди сюда. Здесь также улучшать, значит, да, палатки всякие. Смотри и учись, отцу. Захват крюком и кувырок. Беги прямо на противника. Как поравняешься с ним, используй крюк-нож. На shift, что ли, получается? Чапанэ! Прикол. Блин, офигенную вещь придумали. Обычный атаманский нож-крюк состоит из двух частей – крюка и лезвия. Пользоваться можно тем или другим. Очень изящно. Хочешь испытание посложнее? Вабена, идем. Теперь Эцио является счастливым обладателем атаманского ножа-крюка. Однако ему надо немного потренироваться, чтобы научиться владеть им. Юсуф с радостью поможет вам в этом. Подожди-ка. Нравится? Хорошо, нож-крюк все сделает сам. Одна ошибка. И все. И будет это. Алаверды. Истебойле. Ну давай, смелей.
ты ёб... Спокойно. Добро пожаловать в Стамбул, Эцио. На перекресток мира. Многие правили этим городом, но никто не сломил его дух. Он всегда оставался свободным. Да, неплохое место для дома. Так и есть. Вниз на перегонки! Там стога нет! О боже. Братан, я... Там сток недавно убрали. Ладно, бывает что. Я впечатлен, Юсуф. В Риме нам бы это пригодилось. Вот, не забудь сказать спасибо. Юсуф, скорее сюда. Что? Атака с двух сторон. Галата и Большой Базар. Каждый день одно и то же. Как насчет помахать мечом? Ну, надо так надо. Отлично. Я бы, кстати, помахал сейчас. До Юсуфа дошла информация, что тамплиеры одновременно атакуют две базы ассасинов. Следуйте за Юсуфом, пока он придумывает план. Легко. Отлично. Почти как по-настоящему. Когда ассасин устает бежать, он взмывает в воздух. Смотри! Смотри! Было бы эпично, если бы я отпустил. Еще один. Смотри. Бан. Ассасин, сюда! Хрена ты, король байта. Я орел! Возьми. Достойный ученик. Время разделиться. Я на базар, а ты оставайся здесь. Видишь ту башню? Си. База Галаты. Эвид, я не могу быть и здесь, и там. Раз уж ты здесь. Хайде, Растгеве. Так, ну что ж. А вот и... Я знаю, Дерьмо! Я просто проходил мимо! Бонжорно. Бенебюк, шериф Уста. Юсуф с вами? Он сейчас занят в городе. Какова обстановка? Мы отбили авангард, но я уверен, что они пришлют еще. Ваши люди готовы к сражению? Готовы. Нихера. Бодро. Тамплиеры готовятся атаковать галатскую базу ассасинов. Возглавьте своих ассасинов и... Организуйте оборону. Ассасинов или все-таки ассасинов? По-разному я везде слышал. Вроде бы как бы правильное есть произношение, а есть типа как привычное.
Поэтому здесь уже кому как. По идее, ассасинов, наверное, как-то. Так. Король Артур на... Это что такое? Используйте мышь для... Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Удерживайте точку. Какой-то Tower Defense получается. Держите здесь оборону. Можно размещать баррикады. Идеально. Шикарно. Это прям реально Tower Defense, старый добрый. Защищайте район. Я не хочу. Я сваливаю отсюда. Удерживайте точку. Стрелки хороши против бронированных целей. Нажмите Q для отображения селектора юнитов. Так. А здесь уже стрелки. Держите здесь оборону. Стрелки-то уже пободрее стоят. Так-то. А почему нельзя разместить? Держите здесь оборону. Захватите точку. Даже, наверное, он здесь поставил. Пушки, не пушки. Ну тут вообще без варика им пройти. Вообще. Держите здесь оборону.
Тильтанули пацаны. Я понял. Подожди, а все, наверное, я все крыши уже, да? Да. Наверное, вот это вот досталось. Удерживайте точку. Король Артур, на нас напали! Держите здесь оборону. Ёпта. Я не помню, как с пушки выстрел. Как же с пушки-то выстрел делается? Я, огонь по цели. Цельтесь сюда. Все-все-все, вспомнил, на Т. На Т. Все, вспомнил. Легчайше. Слушайте, ну это очень интересная вещь. Очень интересная такая, знаете... Но это прям типичный Tower Defense, знаете, помните, на телефонах куча таких если разных... Если тамплиеры атакуют снова, сообщите. Я буду с Юсуфом на базе у базара. На пароме пересеките Золотой Рог. Это кратчайший путь на полуостров. Понял. И миссия очень крутая. А знаете, что мне очень нравится? Нет вот этого брождения, хождения, вот... Очень динамично все идет. И это круто. И, кстати, надо не забывать вот эти штуки делать. Говорят, полезная вещь. Помним с предыдущих частей. Не забыли. Так. Здесь, в принципе, все просто. Сигаем. Стоп. Улучшить кузницу. Пока что, наверное, нет. Пока что. Стоп. Где-то братишка мой стоит. Где-то. Жаль, вот это не знаю, что такое. Нет, это просто благовоние. А вот здесь? Можно сюда? Не. Просто такое приятное местечко. Ковры, да, у меня у бабуль такие были. Погнали.
что на него нашло? А, отлично. Почти как по-настоящему. Человеку плохо. Помогите. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не дури. Проклятье! Ассасин, умри! Регистрировать опасные номера на публике. Все шпагозлотатели и изрыгатели огня, не имеющие такого разрешения, будут оштрафованы. Комбо. Так. Галатская база теперь в безопасности. Но Юсуф пока так и не вернулся. Отправляйтесь к имперской базе у базара и разыщите его там. Ну да, кстати, такой как быстрый тревел между двумя частями городов. Такой байдарочек. Эй, что? Знакомьтесь с моими друзьями. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. У тебя такой вид, словно ты опоздал на свадьбу. Си, лет так на 25. Увы, я не успел спасти базу у базара. Но теперь, когда нас вдвое больше, мы вернем ее себе. Сюда! Когда тамплиеры захватывают район, они громко заявляют об этом. Развешивают флаги, обирают торговцев. Сдерживать их бывает непросто. Сейчас, ребята. Они совсем обнаглели. Как это терпит султан? Султан Баязид далеко, Эцио. Воюет со своим сыном Селимом на северо-западе от города. Его не было уже несколько лет. С самого землетрясения, а то и раньше. Он на все закрывает глаза. Но твои-то глаза открыты, Си. Как две полные луны. Будь уверен. Вы говорили, косплеев нет. Вообще легчайший. Просто легчайший косплей, ребят. Вопросы есть? Скрытность 100 левел, кстати. Для боя их слишком много. Не думаю, что дымовая шашка нам здесь поможет. Дымовая? Италия застряла в прошлом веке. Эти бомбы работают иначе. Что это было? Да пугался, да черт, чего себе? Ты только взгляни! Черта? Ну и видишь? Безотказно. Пошли. Сегодня ты полон сюрпризов. Мы сами недавно научились дурному делу у китайцев, но уже превзошли их самих. Ты должен научить меня. Кто из нас учитель? Эцио, я начинаю сомневаться. У того китайца вот такие я. Бан. Давай. Не подведи. И чека в руке. Так, значит, показываю, ребят. Бомба-приманка. Я так понимаю. Бля, главную бомбу не перепутать. Вот они. Скорее, мы почти пришли.
417. Это одно из наших убежищ. Захвачено тамплиерами, как видишь. Где-то там ходит капитан тамплиеров. Убей его, потом заберись на башню и зажги сигнальный огонь. Тамплиеры поймут, смотри, там большую кучу, что им пора сваливать отсюда. Бене, ты отвлекай, а я пошлю их домой. То есть мы как бы отбиваем территорию у них, ты понял? То есть здесь борьба за территорией прям идет. Пошли, ребята, работать. Все, пошел раш. Смотри, 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 работают, работают, пацаны. Сюда, Эксо. Иду, брат. Когда тамплиеры захватывают одну из наших баз, они оставляют там капитана. Обойди район, и если увидишь кого-нибудь расхаживающего, словно павлин, это он. Угу. Выйди на улицу и используй свое легендарное чутье, Эдсо. Наша цель не ускользнет от тебя. Выйди на улицу, курицу. Опа. Вот он, сынок. Блять. Ну, зачем? Я видел. Почти. Почти. Не убивай! Мисклик. Ну, как-то так. Наемник? Я не хочу убивать. Отлично, Тифан. Сейчас! Эти ребята больше давай, давай, не будут рисовать на дороге. На самом деле, кстати, в таргет просто случайно попались, ребят. Я не убийца. Это не скрип. Не считается. Попали просто в таргет. Это, помните, с хоббитами? Сцена. Как это? Когда они башни зажигали. Так, господа. Нам бы дроп забрать на самом деле. В анимусе происходит что-то странное. Процессор должен быть не задействован, но системный монитор показывает пики активности. Это проблема? Не знаю. Дезмонд пока стабилен. Ну раз так, то и чинить ничего не надо. Пожалуй. Пипин, так, ёпта. Не надо выпить. Так, ну я слышу голоса, значит я живой. Минус дроп к 100. 16-й. Дезмонд, вот подумай. Что, если бы я пошел с тобой? Со мной? Куда? Может сработать. Хоть ненадолго. Пока я не найду выход. Другое тело или... Я не знаю. Блин, жалко его, да? Я просто... Не хочу здесь оставаться.
Хочется ему помочь. Боюсь, ничего из этого не выйдет. Мне жаль. Нет. Наверное, у меня был шанс. Я его профукал. Достать бы его, да, как-нибудь? Я думаю, у нас получится как-нибудь помочь ему. А Дезмонд и Люси были близки? Ну, ближе, чем друзья. Ну, были, конечно, моменты сентиментальности, но... Он нравился ей, Билл? Она сама сказала? Интересно. И все? Просто интересно? Я провел с ними много времени, когда они были моложе. Но она была замечательной женщиной. И то, что так вышло, это грустно. Да. Что есть, то грустно. Есть. Так у тебя есть чувства, Билл? Ну что ж, ребят, я думаю, это очередная серия. И прямо сейчас запишем третью, но вторая серия на этом подходит к концу. Это был Assassin's Creed Revelation, вторая часть. Ставь лайк, подписывайся на канал, ссылочку на плейлист найдешь внизу в описании. Целую, обнимаю. Пиши обязательно комментарии, там спам, ну ты знаешь, короче. Спасибо за поддержку. Удачи, увидимся в следующей серии.